Это воскресное лондонское утро, очень похоже на московское. Тот снег, что был в Манчестере накануне, пришел и сюда. Никогда в жизни не ходил под зонтом, снегопад. Но в Лондоне это бывает. Погода нас не остановит, мы еще не такое видели, поэтому впереди Манчестер, футбол, дерби. Чтобы вы понимали, снег для Лондона – это стихийное бедствие. Здесь он бывает крайне редко. Сегодня ветки метро, где много наземных станций, не работают из-за погоды. Посмотрим, что с поездами до Манчестера и что в самом Манчестере. Это как раз вокзал, откуда поезда в Манчестер уходят. Ладно, метро, они еще и поезда между городами отменяют. Пожалуйста, в Ливерпульчик вы уже не уедете, потому что погодные условия. А вот Манчестер еще пока не отменен. Ну и платформа не назначена. Наконец-то объявили платформу за 5 минут до уже отъезда. И смотрите, что происходит. У-у-у. Блин, стоя придется ехать. Как в подмосковной электричке в час пик? Я такой ажиотаж не видел никогда. Штурмом берут электрички. Советский Союз какой-то. А теперь найти свободное место. Это без шансов. Без шансов, смотрите. Вы ничего не перепутали. Это Англия. День дерби. Тверская область. Сейчас 40 опозданий поезда в Манчестер, но к матчу мы все равно успеем. Матч не отменят, потому что именно Манчестер не так сильно пострадал от снегопада. В большей части Англии 28 сантиметров. Вот сколько снега выпало. Но вот Манчестеру повезло, а значит, повезло футболу. И повезло тем, кто едут в этом поезде, потому что они такие. Как все быстро поменялось на подъезде к Манчестеру. Оп, и снег исчез. С двухчасовым опозданием, наконец-то мы в Манчестере. Меньше часа до игры, елки-палки. Ну, как отсюда добраться? Надо все искать теперь этот путь. Хотите манчестерский лайфхак? От станции Пикадилли, это главная железнодорожная станция Манчестера, до Олд Траффорда, если обычными путями, ну не такси, это просто пипец. Но отсюда же, с этой Пикадилли станции, с другой платформы, отходит секретный поезд, который приходит прямо в стадион Олд Траффорд. Дико удобно, но почему-то о нем мало кто знает, и им мало здесь оповещений об этой чудо-электричке. Вот я узнал лайфхак из Манчестера. Вперед на Олд Траффорд. Редкие счастливчики, которые тоже знают об этом поезде. А все едут почему-то в противоположном направлении. А он едет действительно почти пустой. Следующая остановка Олд Траффорд. Так выглядит со станции. Если вы хотите себе польстить, то вы можете объяснить английским болельщикам Манчестер Юнайтед не азиатам, не прочим Глори Хантерам, а англичанам, как доехать до Олд Траффорд, то вот вы можете воспользоваться этим лайфхаком. Они от меня узнали. Они наверняка назовут это снежным дерби, но они не знают, что такое настоящее снежное дерби. Эти ребята в Англии. На неделе у нас был Спартак, ЦСКА в Англии, и теперь снег. В общем, настоящая русская неделя в Англии. По-моему, только Северная Корея и еще какая-то одна страна не транслирует манчестерское дерби. Смотрите, какой ажиотаж среди так называемых бродкастеров. Вот ребята из Бразилии утеплились и включаются под снежком. А это французы мучаются. У них Эммануэль Пети, эксперт, сейчас придет. Это не он. За воротами Сити, как понимаете, вся игра идет вот там.
хотя и до нас иногда тоже доходит. Еще не придумали на планете Земля другого такого матча, где бы настолько ясно было, как он будет развиваться. Лингард, по-моему, на допинге. Где он? Просто носится, как угорелый. Отаменди пойдет в атаку. Первый опасный момент в матче за 3 минуты до конца первого тайма. Сити забил в стиле Мауриньо, без моментов. Второй момент. И гол. И до нас футбол дошел. Так много людей в этой штрафной в первом тайме еще не было. Как хотите, но у United много настоящих болельщиков, не только туристов. Второй тайм. Опасный игрок у Сити сегодня в нападении — это Лукаку. Они тут ругаются на меня? Слышали? Но пусть они ругаются на Лукаку сегодня. Он самый опасный у Сити. Ну, дерби без драки, как свадьба без драки. Так что он тем более Ибра вышел. Оставили. А тут
Отлично! Красная петарда дымит на зрителей. 14-я победа подряд Сити. И, наконец-то, Юнайтед проигрывает на Олд Траффорд. С сентября 2016 года в чемпионате здесь никого не проигрывали. Так что тишина и грусть. И редкая петарда на стадионе Юнайтед. Сутки после манчестерского дерби, и знаете, что обсуждают в Англии? Не игру в футбол, а то, кто же бросил после матча пластиковую бутылку в Жозе Мауриньо. Так бурно радовались футболисты Сити под трибунами Олд Траффорд, что там случился скандал. Этот скандал обсуждают в первую очередь. Помните, в 2004 году случилось пицца-гейт? Кто-то бросил в Алекса Фергюсона кусок пиццы. 13 лет мы ждали, пока Сеск Фабригас не признается в этом официально. Ну и теперь открыт Уотергейт. Кто же облил водой и бросил бутылку в Жозе? 13 лет подождем и наверняка узнаем. Ну а за это время посмотрим массу интересного футбола и его тоже обсудим, а не пластиковые бутылки. Пока.